Здравствуйте, меня зовут Скутарь Анастасия. Я учусь в Саратовском государственном медицинском университете, а приехала я в Саратов из солнечной Молдавии, из маленького и уютного города Дубасары. Природа Молдавии, как и природа России, великолепна. И я, как будущий врач, считаю, что среди такой красоты и в согласии с собой и должен жить человек. Физическое, психическое и эмоциональное здоровье человека – это самое важное, что есть на Земле. И только здоровый человек – это основа здорового общества, государства и нации. Природа – это источник не только здоровья, но и вдохновения. И читая стихи Есенина, я вижу родные просторы Молдавии. А любуясь красотой земли, мне вспоминаются стихи Есенина. Мне хочется вступить с ним в диалог, и в ответ на его «закружилась листва золотая» я написала письмо любимому поэту, которое представляю вашему вниманию. Вы – великий поэт деревни. Ее гордость, любовь и счастье – а я своей родиной малой являюсь лишь крохотной частью. Но нисколько не меньше вашего я люблю вид янтарных полей. Тонкий колос пшеницы некошенной с каждым годом мне все милей. И роднее мне кажется дали плодородных молдавских земель, когда бархатным покрывалом укрывает просторы метель. И когда палит солнце горячее, обжигающим плечи теплом, все вокруг тебе кажется сказкой, когда рядом твой отчий дом, из которого выскочишь поутру, потянувшись и сладко зевнув, а пес встречает хозяина пушистым хвостом вильнув. И где-то вдали уже слышится шепот листвы тополей, и, желая вам доброго утра, ликует в гнезде соловей. Я тоскую по синему небу в отражении седого Днестра, где по водной хрустальной глади лениво плывут облака, где стоят величаво дубравы, изумрудные листвой шелестят, где раскинулся клен раскудрявый и поет о смуглянке солдат. Лишь тогда человек здоровый и счастливый встречает зарю, когда сердце едино с природой. Это я вам, как врач, говорю.